Случилось дело на Мосгоре. Застрял в пути на Косогоре разбитый в дребезги вазок. А ехать надо, мочи нету. Пришлось известному квартету за дело браться на глазок. Квартет тот был разносторонним. Сложение векторов припомним, учтем шлею, хомут и руль, и как они ни голосили, их равнодействующая сила ушла в большой конкретный нуль. Квартетовый, услышав стоны, явился рак, а с ним ворона. Глядят, как все нехорошо, впряглись сбоку, молвив «здрасте». Его скрипя, теряя части, хоть не туда, но все ж пошел.